предвкушении открытия чемпионата мира по футболу омичи собираются у манежа «Красная звезда». Публичное место просмотра матчей – центр притяжения омских любителей футбола на ближайший месяц. Чемпионат мира по футболу – это большое событие. Его наша страна ждала 9 лет. Все готово. Уверен, что мы проведем его достойно. И уверен, что наша сборная выступит достойно. 14 июня вместе с миллионами людей во всем мире, свидетелями открытия Мундиаля посредством прямого эфира, стали первые лица Омской области глава региона Александр Бурков и мэр города Оксана Фадина. В преддверии предстоящей игры российской сборной я пожелал бы членам российской команды выложиться в этой игре по максимуму и показать высокий результат. Ну а вам, дорогие болельщики, я желаю верить в чудо. Мы решили поболеть сегодня вместе, вот такой одной большой командой болельщиков. И я уверена, что такого телевизора у вас дома нет. И мы сегодня с вами собрались, как сказал Александр Леонидович, для того, чтобы воссоединиться мысленно с нашей командой и передать всю свою энергию, все свое настроение, все свои эмоции в бутсы наших футболистов, да пребудет с ними сила. Большой праздник, спорт – это самое классное, что можно только в жизни придумать. Я пожелаю нашей сборной России бороться и не сдаваться, потому что понятно, что есть какие-то сложившиеся мнения о спортсменах, но, как показал наш чемпионат мира, который завершился буквально неделю назад, уровень меняется спортсменов. И как бывает такое, что на них никто не ставит, а они становятся чемпионами мира. Ну, я думаю, что это очень важно, потому что это такое мероприятие, которое сплотит нас, я думаю. Ну, думаю, 5-0 не меньше. Вы, кстати, не первый, кто так думает. Выбора нету у них. Должны побеждать. За 4,5 миллиарда лет у нас впервые в России футбол мирового уровня. Ну, тут только победа в сухую и с большим счетом. Сухую и с большим счетом одолела сборная России соперников из Саудовской Аравии. 5-0 – достойный старт на чемпионате мира. Пожелаем нашим футболистам новых уверенных побед, а болельщикам – незабываемых эмоций и красивой игры.